Рецепт недели на этот раз – максимально зеленый салат. Мелко нарезать капусту и огурцы. В блендере соединить авокадо, петрушку, чеснок, кэшью, мед, лимонный сок, соль и оливковое масло. Тщательно измельчить до однородности. Перемешать заправку с овощами. Подать такой салат можно с кукурузными чипсами. Получается не банально по вкусу из-за яркого соуса, при этом по-весеннему свежо и, несомненно, полезно. Сам цвет ингредиентов напоминает о том, что в них много той пользы, которая вообще характерна для овощей. Витамины, антиоксиданты, клетчатка, а еще тут здоровые жиры. Зеленому салату – зеленый сигнал нашего диетологического светофора. Приятного аппетита и здоровья желаем вам мы и блогер Анастасия Морозова.